«Газпром» ввел в эксплуатацию второй этап межпоселкового газопровода до селения Чми. Новый объект позволит газифицировать Нижний Ларс, Горную Санибу, Кармадон, Кани и Чми. В этих населенных пунктах в 196 домах уже есть газ, а новый газопровод позволит подключить к сетям еще 114. Длина второго этапа газопровода около километра. Всего в республике планируют дегазифицировать больше 2000 домовладений в 82 населенных пунктах. На торжественном открытии объекта присутствовали в Рио вице-премьера правительства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев, в Рио министра ЖКХ топлива и энергетики Майрон Тамаев, а также заместитель гендиректора по реализации и транспортировке газа «Газпром Межрегион Газ» Юрий Пахомовский. Он отметил, что на реализацию программы развития газоснабжения и газификации до 2025 года в республике «Газпром» выделит более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Проинвестирует более 1,3 миллиарда рублей, чтобы эта программа была полностью исполнена. И мы намереваемся к 2026 году завершить полную технически возможную газификацию на 100% всей республики. Поэтому этот газопровод, который сегодня открываем, является частью исполнения этой программы. Что касается дегазификации республики, то мы должны до конца 2022 года осуществить по заявкам наших граждан, которые живут в населенных пунктах, куда уже пришел природный газ, подключить их к газу, довести этот газ до земельного участка и обеспечить возможность подключения всех, кто пожелает.